Я вижу, как нашу родину превращают в пустыню, и мои руки сжимаются в кулаки. Те, кого избрали служить народу, обчистили банки, растоптали законы, вынудили людей скитаться по всему миру. Их власти в Молдове пора положить конец. Наше оружие – указ о роспуске парламента. Хочешь увидеть режим в тюрьмах и за стенками? Голосуйте за меня и нашего кандидата Дмитрия Чубашенко.